Тяжелая плавбатарея «Вест» – это гражданское судно, которое в 1941 году немцы переоборудовали под военный корабль, установив на палубе тяжелое 150-миллиметровое морское орудие, несколько зениток, глубинные бомбы. Задача этого корабля здесь, в Финском заливе, было прикрытие Нарвского патруля, то есть группы немецких катеров и кораблей, которые курсировали вдоль минного заграждения «Зигель», пытаясь охотиться за нашими подводными лодками, катерами и так далее. В ночь на 15 сентября 1943 года плавбатарея «Вест» курсировала вдоль южного края Зигеля, то есть в Нарвском заливе, когда она была обнаружена советским разведывательным самолетом, и в точку, где предположительно находился курсировал конвой, вылетели три советских гидросамолета МБР-2. Вылетели они с озера Горовалдайское, с материка. И их задача была бомбить этот Нарвский патруль и мешать ему работать. То есть для того, чтобы отвлекать внимание немецких кораблей от моря, от возможных прорывов торпедных катеров, подводных лодок. Гидросамолет МБР-2, морской ближний разведчик, конструированный Бериевым в начале 30-х годов, это был моноплан, фанерный, с одним мотором, который находился на пилонах выше крыла. То есть это маленький самолетик с экипажем в 3 человека, пилот, штурман и сзади стрелок. Самолет этот не предназначен был для атак, ударных целей. Это был чисто разведчик. Максимум, что он должен был атаковать, это подводные лодки глубинными бомбами. Но во время войны, в связи с дефицитом ударных самолетов, и эти разведчики выполняли роль бомбардировщиков. Для того, чтобы сберечь эту маленькую тихоходную машину, они в основном летали ночью. То есть выполняли налеты на военно-морские базы, бомбили острова. И вот выполняли такие тревожащие налеты на группы немецких кораблей. И эти три маленьких гидросамолета, каждый выполнил по 2 боевых вылета. И на втором боевом вылете экипаж младших лейтенантов Николая Борисова и Николая Королева доложил о том, что одна из их 100-килограммовых фугасных бомб попала рядом с каким-то большим транспортом. Транспорт остановился и, скорее всего, был поврежден. Так сообщили советские летчики, так им записали данную информацию в их послужные документы. Однако из немецких документов мы знаем, что бомба эта попала прямо в носовую оконечность плавбатареи «Вест». Она пробила все палубы и взорвалась под днищем, скорее всего, потому что буквально через несколько минут корабль накренился и, переворачиваясь через правый борт, стремительно затонул, унеся с собой почти половину экипажа плавбатареи, почти 50 человек. Сегодня известно, что плавбатарея «Вест» – это крупнейшая победа советской гидроавиации за всю историю. 58-я отдельная авиаэскадрилья, в которую входил данный экипаж, буквально через несколько недель после этого вылета была расформирована, и экипаж в том же составе перешел в 1-й гвардейский миноторпедный полк и стал летать на торпедоносце «Бостон». К сожалению, данный экипаж, Николай Борисов и Николай Королев, 12 июля 1944 года во время атаки на немецкий конвой в Рижском заливе погиб, был сбит немецкими зенитчиками. Поэтому то, что действительно экипаж совершил крупнейшую победу в истории гидроавиации советской, ни они не знали, ни не знали после войны все эти долгие годы. Безусловно, если бы во время войны стало известно, что в результате атаки экипаж смог потопить тяжелую плавбатарею, то, безусловно, я думаю, они были бы достойны звания Героя Советского Союза. Они получили бы его.